воронительного. Будто я заметил то, что с тобой что-то чаще с тобой играть. Ну, подожди, я это... Так, с тобой сейчас играю, считай. Угу. Не, это нормально, так сказать. Больше наоборот. Виц просто сейчас вообще не играл, неизвестно, как он сейчас зайдет, не зайдет, лучше не нам рисковать. Ну, да. Он так пришел сейчас, но я даже не знал, что он придет, допустим. Мы уже сыгрались, так давайте пробовать так. Подожди, я почему? Ну все тут. Если они готовы, скажи. Так. Отключился еще последнюю минуту. Да, знаю. Короче, примешь их потом, он тебе передал. Слышишь, в какой униформе играешь? В конфранс красный как. Ну, белую оставляем, да, чтобы не сливалось просто. Да, это оставим все. Чтоб не сливались у них там, если красные. Играйте, пожалуйста, в позиции. Не бойтесь прессинговать по игрокам, потому что мы немножко прижимаемся иногда. То есть там те же края должны играть на фланге, стараться прессинговать. То есть не смещаться в центр поля. Самый отскок постарайтесь кричать не давать. Если я провалюсь, там не должен страховать меня. Чтоб не сильно сжимали защитники сзади. Ну, Полехин знает, в принципе. Да, они готовы. А, они все тут? Костя отошел. Я тут. Что? Костя, Костя, это я. Пошла жара. Стараемся у них там разъебывать фланги. Ловить на фланге и искать тоже. Ну у них вот ПФЛА, там у них капитан Ковар, вот не очень так водится, поэтому его прессингуйте больше, чтобы ПФЛА. Илза. Вообще просто в прессинг надо нам сыграть нашу игру, да, все, да, они охуели. И второй тайм, да, не забывайте. То есть не всегда вешать. Если зона открытая, там я под вами открываюсь. Я всегда человек. Сзади остаюсь, я вперед не убегаю. Да, пригласили? Поехали. А нам давайте бить издалека, чтобы легенда там не тащила. Самое такое, я помню, в первом круге как раз нам издалека забили. Не успели накрыть, там дальний залетел. Да у них, собственно, дальние только и бьют. Ну вот, это надо, цепь должна успевать как-то. У них дальние, потом навес и быстрый розыгрыш. И на стандартах на третьего не разыгрывают. Вопрос скорее риторический. Что будет, если... Помрались. Поклонно играем. ЛЗ нет у них. И ЦЗ. А там нет, все. ЦЗ, ЛЦЗ нет. Поехали. А наш не ставит там тактику. Наш же ссылка. Поехали. Вот. Побыстрее. И фланг открыли, смотрите, он вбегал, блядь. Хорош. Лучше. Так, соберитесь сейчас, Мильдер, вот это соберите. Ну, давайте ударить. И не возите мяч быстрее. Мяч сейчас решает, если мяч полсунул. На дальний ЗЗшник будет дальний. Скидка, скорее всего. Возьмите. На дальний будет, там на фоне на дальний, вот на него сейчас будет. Подожди, сейчас мы откроемся. Да. Направо. Сейчас смотри. Красный. Да. Красный? А, нет. Красный. Желтый. Не, мягкий фол. Он обычно даже желтую не дает. Он неправильно очень сделал, я там уже владею. Подожди. А не выйду еще, да? Ну там да, стоит. А там будет это. На фланг делай. Что делать? Можешь пас мне отдать, если хочешь. Я могу он центр продолжить. Держи.
Убегай, не надо так, парни, еще. Два ПФА стоят в одной точке, один бежит дальше. Зачем? А давай ближний должен стоять, чтобы отыгрался с ним. Смысл его раздвоить там, в одной точке. Есть, есть, давай. Сейчас, сейчас, не убегай так. О, ну, хорошо. Отлично. Подольский на воротах. Убивай. Блядь. То, что я хотел, мне главное забить теперь. Да я вижу, что с ворота получилось. Ладно, давайте, пацаны. Давай, эти моменты будут, я должен забьем еще. Попробуйте на ближнем. Передай мне. КЗ сзади, СОП один сзади, старый темп стартует тоже. Ой, здорово, блядь. Хорош. Если в сторону наш полетел, там где он не вытащил. Назад перекрыли сзади. Подольский, ну так себе. Один, 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 не мешай забердовому. Если МДВ идет уже, второй сзади. Хорош. Ну, смотрите, как город так. МДВ идет, уволил, все, не лезьте к нему. Лучше страхуйте сзади. Ой, хорош. Жесть. Запинал его. Все, внимательно фланги. Фланги внимательно. Заброс. Лесник. Лесник бросаться, говорит, если что, забирай, я буду забрасывать. Угу. Да, да? Ну, фланг, беги. Лесник. Только дай мне. Еще, блять, меня видишь, что игрока тянет. Что, давай. Пробуй скинуть сразу на меня. Нееет. Эх, а точнее бы. Пойду, хорош. Нет, всем понимаете. Хорош. Хорош. Чисто темп. Спокойно сейчас собрались. Там у нас зоны такие, что я буду выдавать чаще еще. Фил, ёбни себя по щам. Ну там пенька была, видно, да, что носили уже его. Ну давай нам полить. Потом. Так, сейчас надо как-то... Просто не думай, удари, все. Просто спокойно. Выкинь мысли из головы. Гол. Хорош. Хорош. Ну поехали, давайте сделать еще мало. Нам дают играть спокойно. Плюс. Через центр. Да, я же говорю, линия защиты там в разрез спокойно. Главное, парни, не возитесь долго с мячом, если вас посингует, лучше же вперед там выйдите, ну. Давайте спокойно. Заброс. Пройдите сейчас. Хорош стал. Здорово, вообще идеально. Давай. Позарезай. Ну, хорошо. Там ты всех не обыграешь, слишком много. Один, один, один. Один. Здорово. Назад. Да, со мной, со мной. Давай, давай, Кас. Да, на дальний один. А, хорошо. Головой. Хорош там, правильно. Можно я на главы пойду? Дайте мне навесить. Я на дальнюю могу. Я на дальнюю могу. Адя страхует СОП и КЗ и я. Вешай на дальнюю. Хорош. Подбор. Нормально, нормально. Чё-то пасик не отдал. Ну там не хотел обрезать. Мало ли, если ты отдал. Блин, Саша, да что ж такое-то? Одни отскоки. Кто по фангу вертим там? Пошире, пошире. Близко доставать. Выброс там, да. Ну все, херач. Хорош. Наброс. Найс, правильно есть. Фланги пошли. Здорово, дай там, трой. Трой. Я был открыт. Я уже хотел бить, блять. У меня угол хороший был. Я дальний. Я дырка была сейчас. Подожди, а, давай, подожди, давай сейчас на дальнюю навесь, пожалуйста, на дальнюю. Попробуйте на дальнюю. На... Я скину. Я скину, сзади, попробуй. Давай, гость. О, блядь. Сзади, 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 сзади. Страхуйте. Прикрыли. Внимательно, с игроком. Классно. Плотнее. Нормально, да. Здорово. Супер. У нас там кто-то шнул. Или нет? Где? Врай. Хорош.
центр насыпали. Офсайд. Офсайд. Играйте все равно. Даже если там офсайд, вы до конца играете, мало ли что он свистнет там. Ну хрв. Четыре в атаке у них. Я наверх попробую скинуть. Да, попробуй запустить. Ну, я забыл сейчас на хорвей. Попробовать скинуть. Ну. Я же говорю, у нас там кто-то это этот. Кто? А, нет, все. Дарл. Зачем? Дарл. Так долго думали. Ты же сами Карлос вообще. Может, не лаги? Не знаю. Возьмите, зону держите, пожалуйста. Похуй там, что у кого, нам надо выиграть сегодня матч. Ушел мяч, аут. Возьмите там, что дальний держите. Хорош. Дальний есть? Не читает, читает. Там какие-то сразу видишь, мы подаем на YouTube. На 11. Я в следующий раз поймаю, да, чипы. Ты пробовал в следующий раз пройти и отдать на меня. Да, я говорю, в следующий раз просто пойду, а сам выходит. Хорош, он даже. Хорош. Назад. Хорош, центр. Накрыли, зону. Сразу по зоне взяли. О, пошел, пошел. Отобрали, дальше. Эх, я вообще скайп давал. Если бы на скай пошло, там бы идеально 1-1 вышел. Хорош скай. Обыграл хорошо, когда пас сыграл бы, если. Не понадобится. Ударить хотел. Давай, разумайте, там ошибаюсь. Хорош миллер. Там. Здорово, я пойду. Проходи, проходи, пространство. Можно и ёбнуть будет. Опа. Идеально. Вот идеально. Хорош. Просто уж. Идеально сейчас атака была. Хорош стой. Ставцы. Давайте, ребята, надо добился своего, да? Забил? Давай, собрались, пацаны, не расслабляйтесь. Да собрались, да. Еще второй танк впереди, нам не забывать еще. Посмелее в атаке. Второй танк. Не забывай, не забывай. Я играю с тобой. Я не забываю, братья. Я, по-моему, не знаю, короче, ходил, конечно. Ну, надо на фланг, ой, красавец, здорово. Да я с сонной просто туплю. Это был Макс. Еще по флангу кинем. Он дальний кинет, да. По флангу, да. Да, хватается, по флангу, да, не кидать. Один на фланг. Здорово, Андрея. Хорош. Надо до конца. Вперед, проходи. Ставлю темп, который. Темп. Низом, низом, низом. Ставлю темп и низом только. Я там ножка ему отправил. Хорошо, перебираем. Молодцы. Давайте во втором еще попробуем забить. Полностью контролируем сейчас игру. Не расслабляемся, и зоны сейчас идеально защитники играют все. То есть зоны держат, давайте не расслабляться так. А, вот база. А то тут уже, наверное. Пиздец, не отобрал отбора, блять. Давайте продолжаем давить на слабые места. На фланге я буду разрезы делать низом. Так что все, готовься там все забивать. Там зона у них есть. Все, внимательно сейчас заброс смотрите. Заброс, давай. Накрыли, накрыли уже игрока. Ладно, хорош. Хорош. Посмелее сейчас с ними. Хорош. Смотри, сейчас либо дальний, либо розыгрыш. Это же фланги, остальные разобрали высоты сразу. Можно с собой распределить там, просто. Давай, да, возьми лысого, короче. Ух. Играем, играем. На фланге мяч перехвачен. Так, я подожду этого Миллера. Пусть кинет на всю. Кто готов составить там на тебе сейчас? Санчес.
Хорош. Ну да, посмотри, посмотри. Что ты рано? Да, навес будет. А, все, ставится. Так, подожди, распределимся. Хорошо. Давай пробуй на этого. Не уходи. На нападение, короче. Да, хороший был. И помедленнее, может быть, успею бы даже. Смотрите там, вопрос. Не будет, не зам, тоже. Сорян. Было бы до конца с ним. Хороший. Блин, да. Сорян, слабо, да? Да, молодца, подстраховал. Да. Брать анимации и лучше перепрыгивание. Да, это бред, конечно, анимация. Сейчас хорошо разыгрались, это анимация. Подборок не спешите. Хорошо. Спасибо. Ладно, смотрите, здорово, пора дальше. Здорово. Да. Здорово, со мной. Живи. Хорош. Так. Выходи. На. Пацаны, можно я навешу? Вешал, кто там... Да не выходи, ну, да. Остальные сзади, правда, только не все. Можно попробовать? НДВ, иди штрафовать. Да. Остальные сзади, потому что не впереди, да. Там 3 человека. НДВ будет забрасывать на 11, короче. Ой, хорошо. Хорошо. Здорово, блядь. Я уже не помню, когда мы 3 мяча забывали, блядь. Хорошим, да. Хорошим, давай. Ну и подача хорошая, на самом деле, да. Ну, собрались, давайте. Давайте сухарик подарим Гену. Что там было? Это хуйня. Ну, сейчас все равно уже подача. Выходите сейчас. Да, выходите в линию. Вы уже играете, главное, сейчас, они могут на фланг забросить. Фланги смотрите, справа. Сейчас фланги аккуратно. Он на дальний справа один. Поближе к нему. Лево. О, хорош. Нормас. Да. Пронозируем все. Фланг, смотри, слева. Да, дальше. Дальше, блядь, до меня не доходит от тебя. Левый выводил из меня. Можно еще раз навешу? Комочек. Можно еще раз навешу? Вешай. Подожди. Остальные назад, парни. Там много не надо, но... По счету. Давай. Все, остальные сзади, не неси вперед. Остальные по защите уже. Даже я уже на ЦВ стою. Почти подошел. Страхую. Фланги накрыли и зону свою делаем. Через центр. Аккуратно. Хорошо. Юра. В ножке, бля, Юрка. Что там было? МДВ. Инден. МДВ желтый. Эх, все, МДВ. Пропускаешь ты следующий матч. Хорошо. Он висел на карточке. На следующую игру пропустит. Ну, 4 теперь. Наверх сейчас удадут. Хорош, да. Ну, это тот случай, когда... Давайте дальше смотрим за голосом. Сразу. Один кровь, второй подбор. Что там было? Она. А что дальше? Они фалили. Там нарушение в атаке. Первое и последнее предупреждение получилось. Ну, еще не давай подальше убирай. Подальше все. Выбить. Давай, давай. Во! Да, не притянуло. Давай. Хорош. Борьба за мяч. Так, поверил я все. Пускай вывести потом уже. В
Второй, второй. Второй. Хорош. Где он вынос? Хорош. Хорош. По самолетам. Отворот. Перекрывайте сразу руку. Хорош. Дальше. Я прожал. Окей. Идеально. Хорош. Идеально. Ранник, почему здесь не так? Слева много их. Ну, ладно, они сейчас еще здесь. Не упускай только эту твою зону. Без подката. Хорош. Даже горят, нахер надо, нам это. То есть не сезон, это же не забыл. Да он же сам бы, сам я знаю, но там ничего не было. Еще желтый дали ходить. Есть первая, а тут... Не выходите, не выходите. Уже дышу. Желтый теперь. Дальнюю смотрите сейчас внимательно. Вниз, смотри. Хорош. Хорош. Было, конечно, но лично желтая теперь. Я получу потом все уже. Потом ДВшка пропущу. Подачу сразу второй там. Хорош. 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 Вот. Да. Центр мой. Вижу. Одно. Одно в одно продолжай. А, нет, нет. Немножко еще ускорил. Да, я хотел вывести, но потом... Ладно. Блин, давай штрафной обстрахуйте. Вон, вон. Иди, иди, иди. Хорош, хорош. Блядь. Но они убегают. Там перекрыл, да. Читал, что Вандер? А что у Пантера распалось? Да, еще пиздец. Обратно. Да, мы. Выходим. Да, давайте повыше. Открыть. Повыше, повыше. Фланг сразу. Хорош, 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 все, все. Смотри, сейчас дальний фланг надо. А не, он не вообще. Он один придет. Прикрывайте сразу центр. Подбор. Давай, 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 не давайте бить меня. Хорош. Идеально. Ух, ёлкало, малыш. Пойду не забежали, да. Кто-то забыл. Ну ладно, похуй. Или вы Евгена так подбили? Хоть один отыграли, гол престижа. Давайте быстрее атаку сделаем по флангу. Давай, успеет. Вешай. Блин, молодцы, коленки у него. Пас крутой, но блин, коленки. Эх, да, конечно, сухарик Евгена не сделали. Всё. А чё это они радуются? Что? Кто и радуется? Да, типа кубок выиграли, лол. Жесть. Вратарь какого-то невидимку обнимает. Mm-hmm. А, нормально всё. Не, ну пиздец, конечно. Я честно говоря, думал, там офсайд у вас. Поворотик. Посмотрите в этом, что там на стриме, что там, кто не удержал. Кто виновен. Того накал, короче. Не, ну соврали, как должны выиграть. Это было очевидно по сезону, мы уже видно, что это. Когда в сезон играем, хорошо, мы всегда выигрываем. Я потом выложу. На кстати, в первом тайме 9-1 по ударам с ними было. 9 ударов. Нет, нет борьбы на поле. Я настроился на...
Я еще, конечно, херово то, что он дулочка пропустит. Один матч. У него получается 4 желтые теперь. И я вешу на желтые, у меня 3. Из-за этого. Так, это помнишь? Ножом. А, ну вот. Мы их выиграли в первом круге. Имя этого калибра. Ой, выиграли 2-1. Это в ничью в РЛПК, Юр. В РЛПК 2-2. В ВК 1-0 выиграл. Посмотрел. А, ты про других? Не ПСВ? Ножом. Не, там ничью было. Блин. Не снимают раз. Еще желтых не хватали. Пять делаю сейчас. Да, еще шеттинг делать, а ты всегда забывал. Сейчас. Молодцы, первый тайм вообще идеально просто перекрыли все. Просто защита там нахер все закрывала. Она не только мне еще сделать не могли в атаке. Да, не только до центра поля. Что-то вообще удивляет меня. Первый матч. Что там этот придет? Мне, кстати, этот отписал. Вот я говорю, приду в 10, блядь. 10 часов уже давно прошло.